Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаем проходить Castlevania Lords of the Shadows. Сегодня посетим канализацию замка, да-да-да, того самого замка, который мы увидели еще пройдя леса Верона. И, судя по всему, туда нас проведет один из местных жителей. Об этом можем судить по катсценке в прошлой серии, в конце, точнее, прошлой серии. Давайте начнем. Вайгол Village is safe for now. The vampires have lost one of their commanders, Brawner, and news will travel back to the Dark Lord quickly. This is a blow, but it won't take long for them to regroup. Luckily, one of the villagers has revealed to us a secret path into the demon's castle. This will lead Gabriel into the sewers, and then up into the very jaws of death. The villagers called him God's Savior, and his weapon they called Vampire Killer. Ah, Gandolfi, how that would make you smile. As for me, once my business here is done, так, вон тот замок. Правда, почему-то очень плохо видно, видимо, из-за света солнца. И в этом замке обитает высшая вампирша. Да, именно так. Именно с ней будем в конце концов сражаться. Именно к ней мы идем. Но пока. Пока тут алтарь здоровья. Остановим полностью. Не думаю, что хорошая идея спускаться вниз. Наверняка в этой воде кто-нибудь живет. Рычаг удерживает, кстати, не полностью. Он там на некоторое время. Опять вода пошла. Точнее, это не вода, это уже какие-то... Какие-то вещи, которые не стоит говорить. Прохождение. Так. В принципе, здесь все просто. Открываем. Так, как сюда спрыгнуть? О, прям напрямую можно, да? Отлично. Неприятные звуки. Окей. Как мы должны туда перебраться? Туманный Давид. Что ж, ладно, что у нас тут? Сытая вода. Прямо в замке вампиров. Ну, это, конечно, так просто, ну, да ладно. Так, насколько я понимаю, нам надо как-то туда пробраться. Ой, так, немножко хотел фею запустить. Не, феи тут нас, нам никак не помогут. Деле... Ой, я плохо понимаю, куда нам. Да, здесь же живет то же самое чудовище, что жило на болотах. Эти пузырьки лучше не попадаться. Интересно, мы успеем. О, это очень плохо. Так, отпусти меня. Вообще, если мы не успеем сейчас добраться до такого берега, мы утонем просто. Да, вот уже мы начинаем тонуть. Вот он берег. Давай, давай, Геральт. Ой, Геральт, я говорю. Габриэль. Кстати, о Геральде. Довольно скоро выйдет
третий Ведьмак. Ну как скоро? Примерно через год. Так, я не помню, что просто так сюда шли? Это нам ничего не даст? Нет, это нам должно что-то дать. Да, можем здесь пробраться, по-моему. Может быть и нет. Так, фея, зачем я вас пустил? Ой-ой-ой. Да-да-да, я знаю про ядовитый туман. И куда это нам ползем? Да, я почему я пускаю фейт, когда хочу спрыгнуть? Так, ну я так понимаю, нам куда-то он туда вот надо. И я не могу туда никак забраться. Может быть, нам вообще здесь ничего ловить не надо. Может, тут вот этот рыцарь лежит из ордена. В нем, видимо, был... медальон или что-то такое. Ну, вы поняли, я думаю, о чем я. Сейчас в нем ничего нет. Конечно. Так, прям взяли и схватили. Да-да-да, я утопаю. Чем нам здесь стоит алтарь? Думаю, нам надо как-то... О, пробраться туда. Нет, так-то не получится, да? Где у меня с собой нету. Может, здесь что-нибудь можно сломать? Да нет, не похоже. Что ж, начинаем тупить, что я мог сказать. Я не знаю, что тут можно сделать. Нам надо пробраться вон туда, в то помещение, которое за решеткой, прямо на заднем фоне. Чтобы пробраться, то нам надо как-то... Хотя, кажется, понял, подождите-ка. И да, вот она как была, оказывается. Все довольно просто. Не надо было там никуда лезть, этим болотом шастать и так далее. Что нам надо было, это быстро-быстро пробежаться. Ну да ладно, потратили немного времени, ничего страшного. Так, открываем. Дожди. Открываем решетку. На нас наверняка кто-нибудь нападет. Спокойно, лучи нам не дадут. Да, скелет. Я, кстати, предлагаю уничтожить несколько таких скелетов. О, подбираются все ближе. Не разрушив их щиты. Как это сделать? Может как-то их святое добить? Но святая вода их не убивает.
он не такой прям. Они меня так могут убить, смотрите-ка. Что ты делаешь такое страшное? Да, их обязательно надо убивать. И пока уничтожим только одного, а, не разрушив он еще. Так, 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 энергия света. Так, довольно. Двоих. Но испытание мы все равно, я так понял, провалили, потому что надо было троих так сломать. Ну да ладно, не ради испытаний мы играем. Так. Отлично, открыли. И бежим туда. Ой-ой-ой. Что у нас тут? Ножи. А это что? Давайте типа это кнопки. Вау. Замечательно. Я знаю, что делать, конечно. Быстрее. Охренеть. Дверь закрылась, да? А, если я побегу обратно, сейчас где-нибудь в конце так хоп. Нет? Нет, все нормально. Ладно, понятно, в общем, надо быстро пробежать. Оу, не так. Давай, закрывайся, я жду. Пошли, 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 пошли. Да почему? Или погодите-ка. Нет. Нужно более сильно ударить его. Угу, понятно. Все довольно просто, на самом деле. Ну, а, собственно, и все. Уровень, опять-таки, довольно короткий. Испытание мы, к сожалению, провалили. Надо было уничтожить трех скелетов, не ломая их нищеты. Мы уничтожили только двух. Но да ладно. На этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться на канал. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.